Незадолго до Дня Великой Победы совсем не праздничные заботы у ветеранов Великой Отечественной войны. Предписанная самоизоляция из-за пандемии – еще одно испытание, смягчить которое помогает акция «Мы вместе». Добрый день! Добрый день, проходите. Здравствуйте! Здравствуйте! Участие в ней принял и Андрей Шубин. 7 апреля глава Десногорска посетил на дому ветеранов войны Василия Куликова, Октябрину Кононенко и Александра Четверякова. Это лично от меня, да, поэтому вам спасибо вам огромное. Помощь. Глава города передал каждому продуктовый набор и пожелал здоровья и бодрости духа в такое непростое время. И напомнил, что такие меры ненадолго. Это от нас небольшой продуктовый набор. Берегите себя. Проходите чайку. Октябрина Андреевна, чайку сегодня не попьем, карантин закончится, потом придем. Нынешний режим самоизоляции в Десногорске действует до 30 апреля включительно. Олег Соловьев, Илья Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.